те, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я разберу для вас мелодию, которая носит название «Старинная французская мелодия». На мой взгляд, очень красиво звучит. Вот, очень, она нетрудная в исполнении, ну и не очень длинная. Итак, давайте начнем. Первая струна на седьмом ладу. Сыграть нам ее нужно будет вместе с шестой открытой. Сыграем эти две струны одновременно. Далее идет третья струна открытая, вторая открытая. И опять первая на седьмом. Итак, получилась вот такая фраза. Далее мизинец мы перемещаем по первой струне на пятый лад. Значит, мизинцем зажимаем первую на пятом. И указательным пальцем нам нужно будет зажать сразу три струны. На втором ладу это будет третья струна, вторая струна, ну и, естественно, первая, поскольку это барре. Итак, указательным мы зажали три струны на втором ладу, третья, вторая, первая, и мизинцем у нас первая зажата на пятом ладу. Играем здесь, на этом аккорде, мы играем пятую с первой. Далее третья, вторая. После этого убираем мизинец и вторым пальцем зажимаем первую на третьем. Получилась вот такая фраза. Далее очень легко второй палец перемещаем по третьей струне на второй лад. И играем здесь первую на втором ладу и четвертую открытую. Далее указательные на третью струну на второй лад. Открываем первое открытое. И третье опять на втором. Далее нам нужно зажать шестую и вторую струны на третьем ладу. Это третий мизинец. Дергаем одновременно две эти струны. Далее четвертая открытая. Третья открытая. После этого шестая на втором. Еще раз вот это место. Идем дальше. Шестая с первой открытая. Третья со второй открытая. Первая на третьем. Первая на первом. После этого вам нужно поставить вот такой аккорд. Это аккорд С, вторая на первом, четвертая на втором, пятая на третьем. И мизинцем еще мы зажимаем первую на третьем. Ну, четвертую здесь можно и зажимать струну. Итак, мы играем пятую струну на третьем и первую на третьем одновременно. Потом третья открытая, вторая на первом. После этого открываем первую открытую. Потом зажимаем вторую на третьем и шестую на втором. Одновременно. Первая открытая, вторая на третьем, третья на втором и шестая со второй, шестая на третьем, вторая открытая. После этого четвертая открытая, третья открытая и четвертая открытая. Итак, у нас закончилась первая часть. Еще разок полностью вам всю ее сыграю. Часть. Ну и в следующем видео я вам расскажу, как играть вторую.